Как устроены роботы-големы? Големы состоят из металлического каркаса, к которому прикреплены движители, ведущие колеса и поворотное колесо. Также на каркасе закреплена топка и котел для воды. От котла идут трубы к паровому двигателю. В котел заливается вода. Двигатель соединяется редуктором с ведущими колесами и поворотным колесом. В топку загружаются дрова или уголь. Разжигается огонь. Вода кипит, превращается в пар. Двигатель работает и крутит редуктор, а через него колеса. Голем видит с помощью кварцевого глаза, а магический кристалл является мозгом процессором голема. Его легко разбить, но и починить. Снаружи каркас голема покрыт прочной глиной. И у него есть оружие. В голову голема загружается свиток с программой. И он пошагово ее выполняет. Вот так устроены роботы-големы из игры «Битва големов». Учимся программировать роботов.